Так, господа, вот только что вспомнил, забыл вам показать, как установить тему-то на WordPress, да? Все вам там рассказал, как что удалить лишнее, а как установить тему, так и не сказал. Ну, допустим, вы там выбрали какую-нибудь тему. Вот эту вот, например. Нажимаем здесь «Скачать». И просто скачиваем на рабочий стол. Или там куда-нибудь, куда вам надо. Natural.h.zip. Вот. Тема скачивается у нас в zip-архиве, да? Все, нажимаю «Сохранить». Итак, все у нас скачалось. Ищем здесь на рабочем столе эту тему. Вот она у нас. Теперь нам нужно открыть этот архив. Так, выбираем здесь «Извлечь в указанную папку». И здесь извлекаем прямо туда, в эту... Ну, давайте вам покажу диск C. Web Servers, на котором у нас локальный сервер находится. Значит, папка Home. Выбираем наш сайт, это wp-блок. 3w. wp-контент. Папка с темами, вот это вот темас. И вот в эту папку мы извлекаем вот эту вот тему. Natural Hatch. Все, нажимаем ОК. Походу все у нас извлеклось. Давайте сразу это проверим. Вот, сейчас выберу Total Commander. Вот она у нас появилась, эта тема. Hatch, да, вроде как написано здесь. Значит, теперь нам надо перейти в эту, в консоль. Здесь выбрать внешний вид темы. Выбираем здесь темы. Сейчас она у нас подгрузится. И вот эта тема появилась у нас здесь. Вот эта вот превьюшка, картиночка. И просто вот нажимаем активировать. Нажали активировать. Вот она у нас активировалась. И теперь нам, значит, осталось только посмотреть. Открыть в новой вкладке. И вот такая вот тема по WordPress. По-моему, я где-то ее уже видел. Знакомая какая-то тема. Ну, вот так вот легко и просто устанавливаются темы по WordPress. Но этот видеоурок у нас будет... Вообще, этот видеокурс не по этой теме. Я уж вам начал показывать... как работать вот с этой базовой темой, поэтому эту тему я удалю, а эту активирую. Эту тему вот простую, базовую, потому что она лучше всего подходит. Она чистая абсолютно. А в этих темах могут быть некоторые скрытые ссылки, которые вы не можете увидеть, но они могут быть там, например, в футере. Вы даже не сможете удалить эту ссылку, потому что она будет в специальном коде написана. Вы просто ее не сможете удалить. Вообще вот эти вот темы, они бывают такие пиратские, с вредным кодом. Ну ладно, в общем, все, вам показал, как эту тему установить, а дальше уж смотрите. Устанавливайте или работайте с простой базовой темой. Просто подредактируйте ее под себя и все.